Наталья Якушенко – мама девятиклассника. Ее сыну в конце этого учебного года предстоит важное испытание – государственный экзамен. Данил учится хорошо, сильного беспокойства за него нет, рассказывает Наталья. Но вот несколько вопросов о грядущих экзаменах все же нашлись. Ответы на них она получила на консультации у специалистов Красногорского управления образования. Вопрос, наверное, многих интересует родителей, также учеников. Какими можно пользоваться пособиями и можно ли пользоваться ими на сдаче? Проинформировали, что можно с собой брать. Именно проносить это водичка. Желательно, чтобы она была с дозатором. Ну и, в общем-то, если ребенку требуется какое-то питание в этот период, когда проходит государственный экзамен, то он может отдельно выйти и где-то перекусить. Консультация зональная. Побеседовать со специалистами по поводу ОГЭ и ЕГЭ смогли родители учеников не только этого образовательного учреждения, но и опалиховских школ и гимназий. Мама и папа интересовало, в каких условиях дети будут сдавать экзамены, какие из необязательных предметов лучше выбрать и как помочь ребенку справиться со стрессом. Каждый родитель приходит со своей определенной болью, да, кто-то не готов, кто-то готов. Есть психологические моменты, психологического характера вопросы, да, получают консультацию от нас. Не все дети, конечно, даже обладая какими-то знаниями, на сегодняшний момент имеют психологическую подготовку для прохождения. Есть чувство страха. Как оказалось, страх и волнение – это не только про выпускников. Часто родители встревожены даже больше, чем дети, констатируют в управлении образования. На консультациях помогут справиться и с этим. Наша цель, конечно, здесь направить всех наших школьных психологов для погашения, да, вот этой тревожности. Конечно, это сложно, и пережить этот момент нужно, потому что от того, как спокойна мама, зависит спокойствие ребенка. Это очень важно. Мама, папа, да, они должны нести в семье покой для ребенка. Тогда ребенок спокойно придет на экзамен. Получить индивидуальную консультацию до конца ноября сможет любой беспокойный родитель. Специалисты будут вести приемы каждый вторник и четверг в разных образовательных учреждениях округа. С точным графиком можно ознакомиться на сайте управления образования и в социальных сетях.